В начале прошлого года самой обсуждаемой в социальных сетях и СМИ была история любви и церемония бракосочетания известного английского политика, члена Британской палаты лорда, мультимиллионера, 77-летнего Мохаммеда Эльтаф Шейха и 32-летней узбечки Гули Мурадовой, которая в одночасье стала настоящей героиней светской хроники, а ее жизнь вполне похожа на сюжет сказки о принце на белом коне. Гули Мурадова родом из Самарканда, где окончила медицинский университет. После окончания вуза Гули некоторое время работала в больнице, а затем девушка отправилась в Лондон, где продолжила образование в университете. Лорд Мохаммед Эльтаф родом из Кении, а вырос в Уганде, после чего сделал успешную карьеру в Великобритании. В настоящее время Мохаммед Эльтаф – председатель нескольких компаний, связанных со страхованием. В 2005 году он основал консервативный мусульманский фонд. А в 2006 году его приняли в Палату лордов в британском парламенте. Кроме занятий политической и благотворительной деятельностью, Мохаммед Эльтаф пишет книги. Британский лорд и узбекская красавица познакомились в 2013 году в Англии. В то время Гули Мурадова училась в университете в Лондоне и подрабатывала в компании по продаже бельгийского шоколада. Там и произошла их судьбоносная встреча. Вот как сама Гули рассказывает о знакомстве с лордом. «Однажды во время моей работы менеджером в одной из бельгийских компаний по производству дорогих шоколадных конфет к нам пришел лорд. Он пришел купить конфеты для своих служащих. Я не знала, что ко мне подошел лорд и продолжала делать свою работу. Лорд обратился ко мне и спросил, с какой я страны. Тогда я ответила, что из Самарканда. Он хорошо знал историю нашего края, и у нас завязался диалог. Так произошло наше знакомство, а спустя несколько месяцев я узнала, что познакомилась с лордом. Их роман длился на протяжении 5 лет, а для вступления в новый брак лорду пришлось даже развестись с первой супругой, с которой он прожил на тот момент уже 25 лет. Кроме того, у Мохаммеда есть дочь от первого брака, которая на 15 лет старше его нынешней супруги. Предложение своей возлюбленной лорд делал на родине невесты, в Узбекистане. В 2018 году они отпраздновали пышную свадьбу в роскошном 5-звездочном отеле, который расположен на знаменитой Парк-Лейн, 5 минуты ходьбы от Дворца Королевы. На церемонии присутствовали много известных гостей. На сегодня, несмотря на то, что разница в возрасте супруга составляет 45 лет, они живут в мире и согласии, вполне счастливой семейной жизнью. Супружеская пара живет на 2 страны, большую часть времени проводят в Англии, но не забывает и о родине Гули – Узбекистане, где занимается реализацией проектов, направленных на развитие туризма и образования. Супруги также планируют в ближайшем будущем организовать семейный благотворительный фонд для сирот и детей с инвалидностью. А вам спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!